Страшная трагедия, которая произошла 9 марта, семью Шляковых обрастает слухами. В нашу редакцию неоднократно поступали звонки от кунгуряков, которые рассказывают свои версии произошедшего. По одной из них мать семейства Юлия ждала детей. По слухам, в страшном пожаре в селе Маховое погибло не 9, а 11 человек. В сети интернет появилось сообщение, что мать семейства Юлия Шлякова была беременна двойней. По поступившей дополнительной информации по пожару села Маховое, ходят различные слухи по нашему городу, что она была в положении, и другие моменты. Хочу официально заявить, что по предварительным данным вскрытия, женщина не находилась в состоянии беременности. По выводам экспертов, все члены семьи погибли от удушения угарным газом. Основной версией трагедии по-прежнему является детская шалость. Сейчас дело из Кунгурского следственного отдела передано их краевым коллегам.